Вот он, Рейхстаг. Ну что я могу сказать по этому поводу? Ну и слишком близко. Ничего не увидели, да? Короче, вот он, Рейхстаг. Поближе. Там что-то ремонтируют. Ох, тут сколько студентов, туристов в смысле. Ладно, хватит всех пропускать, надо ехать. Ну все, короче. Проехали тут. Всяких полно. Вот там парк. Блин, ну тут так классно. Ну понятное дело, что Берлин, центр, вон украинский флаг, все как положено. Как это, столица без флага украинского, я имею в виду. Где он тут? Что-то потерял, вон там. Вон он. В общем, ладно. Так, тут вот какая-то стела. Я не знаю, что это такое. Мне вот направо повернуть. Если тут ездит такой высокий. Вот. Что у нас? О, палатки тут вообще нифига себе. Тут этот целый этот самый городок палаточный. Прикольно. Ну круто. В центре Берлина палатки. Все так культурненько, чистенько. Тут баннеры. Тут это самое, походу. А вон там какие-то еще палатки. Ну, наверное, какая-то акция или еще чего-то на башне. Не знаю, что это за башня. Можете загуглить. Люди тут ходят, собаками гуляют. Вот тут вот стоять нельзя, я бы, конечно, машинку бы поставил бы. Ну, хотя тут стоят. А, кроме легковых, ну ладно. Ну, я как бы считаюсь легковым, но я слишком большой, чтобы быть легковым. Вот у нас еще какая-то архитектурная достопримечательность. Вот у нас памятник какой-то. Скульптура, точнее. Вот. Ну, в принципе, все, парк. Больше смотреть не на что. Не на что смотреть. Мы едем дальше. 50 скорость ограничения. Ну, круто, конечно. Я бы сейчас бы тут, конечно, погулял бы с удовольствием. Даже бы потратил бы денег на гулянки. Ой, на транспорт. На автобус, мне чтобы сюда доехать. О. Фонтанчик. Еще тут что-то было. Через 300 метров поверните налево. Ну, все, да, короче, достопримечательности кончились, так понимаю. Обычный город сейчас начался. Камеры. Оп. Поверните налево. Поверните налево, поверните направо. О, а что это, что это они тут снимают? Что это такое белое большое? Ну красиво. Какой-то дворец. О, фуры стоят. Блин, здесь можно было так паркануться, да? Что тут за объект, интересно? Мне прям интересно. Что тут за объект такое? О, я опять на кольцо выехал. Опять на кольцо выехал. Короче, круг сделал. Да, кружок сделали. Я сейчас загуглил, называется карта. Google карта. Вот это памятник Победы стоит. Вот это вот. Да, вот это большое здание белое было. Это ведомство немецкое, там что-то там еще, я не знаю, короче. Какое-то
какое-то ведомство. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Вот. Классно, конечно. Можно кругами кататься и кататься по кругу. И любоваться всем. Все, надо выезжать отсюда. В паркинге. Кстати, я вроде как бесплатный, наверное, с 26 до 24. Ну, короче. Дневные паркинги. Вот это слева-справа, это все припаркованные машины стоят. На разделительной полосе. Представляете, это вот ехал-ехал, бах, налево завернул и встал. И здесь, хотя тоже могу встать, но, блин. А если менты посчитают, что я типа не легковой? Не, не буду рисковать, ну нафиг. Можно было, конечно, встать. Но не будем это делать. Встать, пройтись по парку, погулять. Ой, ну рядом, конечно, но не будем. Не будем рисковать. Ну все, я выезжаю из Берлина. Хватит, попутешествовали. О, нифига себе. В общем, значит, все время смотреть в правую полосу, в правое зеркало. А там мелкая такая проехала, даже не заметил. Я вчера, чуть две машины вот так вот, они получаются с правой стороны в слепой зоне. Одна была большая машина, я просто не знаю, как я ее не увидел, как она оказалась в моей слепой зоне. А другая вот такая маленькая, микро была. И я ее просто из-за высоты своей не видел, короче, ее не увидел. Ну, прям вот так, ну, прям, ну, не страшновато. Ну, короче, рискованно очень даже было. Особенно второй раз, потому что я уже хотел перестараться. Смотрю, вылетает из-под меня. Нифига себе, думаю. Ужас. А еще так, вчера тоже чуть велосипедиста не сбил. У них же вот, если вы видите, вот там вот с краю, короче, велосипедной дорожки. Давай, чувак, давай, обгоняй меня, обгоняй. Да не сдавлю тебя, не очкуй. Вот, вот они, велосипедные дорожки, вон там чувак поехал. И, короче, получается повороты, вот они, вот смотрите, поворот, вот он поворот, и получается ты через велосипедную дорожку поворачиваешь. И я вчера вот так вот поворачивал, и тоже опять же слепая зона, короче, и так вот это самое. А получается она как-то вот так вот выезжала, а я сюда, короче, ну, короче, там какая-то замудренная такая дорожка была, короче. Она с выходом на дорогу была, а мне поворачивать надо было. Ну, короче, получается, опять тоже в слепой зоне. Я ее увидел, когда она уже вылезла у меня из бокового окна, короче. Вот, и как бы, а я уже намеревался, уже начал поворачивать руль, короче, вправо. Так бы сейчас бы ее прижал бы. Вот. Камеры стоят везде на 50. И мы выезжаем из города. Вот как вот можно на машине ездить, да, вот все, битком забито. Ну хотя есть места пустые, но это такое. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй. Так, что-то у нас сейчас будет круг какой-то, не знаю, Эрин Рейн Плац. Эрист Ройтер Плац. Короче, не знаю, что это такое. Не помню, в немецком. Чувак явно решил, что не туда поехал. Я так тоже много раз уже здесь делал, так что это нормально. Вот еще какая-то стела. А, вот, ну, короче, фонтанчик, вот он. Давайте мы достопримечательности посмотрим хоть с машины. Вот тут у нас какая-то диковинная скульптура. Вот этот оператор T-Mobile. Он везде есть, в Европе, в Америке. Оп, поехали. Ой, что-то я низко поставил. Хорош. Телефона. Да не пищи, не так сильно. Слышу тебя. Кто-то где-то сигналит, я слышу. Надеюсь, это не мне. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. О, еще велосипедист слева. Вот меня. Да елки, а что ж вы все? Столько информации, все едут, все пищат. Deutsche Bank вот справа от меня. Ой. Я его не видел, даже стоит тут на аварийках. Вот, как говорится, в упор не видел.
Что у нас тут есть интересного? Ну, короче, вот какое-то здание старинное. Ну, вот такие вот тут офисы. Вот такие вот тут дома. Вот так вот тут люди мусор убирают. О, какая-то старинная башня. Вот, сейчас мы к ней как раз подъедем. Вот. Ой. Вот мы едем. Сяд уже нарушаем. Вот она какая-то. Вот там зелененькие эти самые. Они ж зеленые почему, наверное, из этого. Из меди, а медик кисляется, зеленый становится. И там вот скульптуры зеленые. Вот, блин, как под заказ, красный свет загорается. Прям вот супер. И как раз в таком месте интересно. Блин, а уже не красный. Эх, на аварийке стоит, чувак. В общем, вот, смотрите, какая-то башня. Интересненько. Как вы думаете, что это у нас? Опять украинский флаг. Это нормально. Смотрите, какая тут красота. Так, тут реконструкция вот идет. Оп, красненький свет загорелся. Вон там еще какая-то фигня есть. Короче, это будет долго, тут везде все интересно. Сейчас мы вам фокус дадим. Не, камеры не хватает. Ладно, все, поедем мы. Ричард Вагнер Плац. Тут вот рядом была надпись, короче, я не знаю, что это. Ричард Вагнер, это тот самый музыкант, который его Ричардом зовут. Вот. Или нет. Или я что-то неправильно думаю. Вот. Вот у нас цены на бензин в Германии. Очень дешевые. То есть в Берлине. Дизель 2,4, 1,7. Ой, меня звонят. Ладно, с работы звонят мне. Вот, у нас тут что? Что это? Где мы едем? Так, мне налево. Зелененький горит. Хоть со мной поездите, а то как так-то? По Берлину покатайте со мной. 30 ограничений. Как думаете, здесь камера стоит на 30 или нет? Или можно больше ехать? И вот вам обычный Берлин. Ого. Обычные улицы. Ничего необычного. Обычные улицы. Вот. Машины стоят, пробки все битком. Ну там в любом мегаполисе. А тем более в столицах. Доступен лучший маршрут. Ну и пускай. Хочу лучше. Вот. Ну, короче, тут уже смотреть нечего. Но зато парков полно, кстати. Вот я вам хочу сказать, что Берлин очень зеленый город. И речки какие-то. Вот я, блин. О, смотрите, какое-то здание классное. Что это за здание? Можно было, конечно, опять остановиться, но мы не будем. Вот у нас парк, и там вот это, типа, канал. А, вот она, река идет, короче, во. Это река у нас. Вот у нас тут здание, мост. Представляете, тут мосты есть даже. Вот. Блин, меня менты так штрафанут за то, что я в руках телефон держу. 150 евро штрафик. За то, что едешь в телефоном в руках. Не волнует, включенный он, выключенный. В руках держишь гаджет. Штраф 150. Вот, какие-то мосты. Красиво все. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Обычно в Германии мало круговых движений. Хотя нет, в Европе полно их. Особенно, говорят, в Италии полно. И во Франции, если националками ехать, ездить. В общем, все.